Нескучный саунд на связи. Привет, подшипчики. Объявление для тех, кто в Москве. В эту среду, 16 августа, в 7 вечера, я буду проводить открытый, то бишь бесплатный мастер-класс по аранжировке. В описании к видео есть ссылка. Все это связано с learnmusic.ru и с их бесплатными мастер-классами. Мастер-класс будет посвящен в основном тому, как развить небольшую музыкальную идею до целой композиции. То есть вот это многие из вас пишут, там вот у меня есть кусочек 20 секунд, и что с ним дальше делать? Или вот я придумал мелодию, а как дальше это развивать? Прямо там на мастер-классе возьмем какую-нибудь мелодию или риф и попробуем ее раздуть по принципам композиционным, которые, в общем, универсальны для любого жанра, там, от металла до электроники. Еще одно объявление для верующих церковных музыкантов, я знаю, среди подписчиков они есть. Со 2 по 6 октября будет в Москве в Евразиатской богословской семинарии проводиться нечто вроде такой мастерской для тех, кто занимается церковным прославлением. Там будет и тупо игра на инструменте, и какая-то духовная составляющая, и история. В общем, если вы всерьез относитесь к этой деятельности, то у нас в стране крайне мало мест и моментов, когда можно в этом интенсивно подрасти, пообщаться с более опытными ребятами, и это именно одно из таких мест. Я там тоже один день буду преподавать аранжировку и написание песен. К счастью, таких, как я, не допускают до духовных дисциплин. В общем, тоже записывайтесь, оно того стоит. Еще один момент к тем, кто присылает мне свою музыку на оценку. Вас становится все больше и больше, ребят, это здорово, прекрасно, но я вас прошу по-человечески, ну делайте так, чтобы мне это было удобно слушать, без этих каких-то мутных сайтов, без этих аудиозаписей ВКонтакте, которые с мобильного приложения часто просто не работают, и ничего я не могу с этим сделать. Вот. Какой-нибудь Яндекс.Диск выгружайте, что-то такое, что на любой платформе гарантированно заработает. И мне присылайте по 10-15 песен. Но я не могу же потратить час на то, чтобы слушать музыку одного человека. У меня час есть день в максимум на то, чтобы ответить всем. И, в принципе, привыкайте в этом плане к лаконичности, потому что в этой индустрии ни один профессионал, они все задолбаны музыкой, и никто из них не будет слушать что-то, что ему ничего не сулит, полчаса даже, до 15 минут никто ничего не будет слушать. Выбирайте самые характерные песни или там композиции, или нарезайте из них какие-то рилы. В общем, без обид, но жизнь такова и больше никакова. И последний момент. По поводу всех этих шубшкрибе to my channel, лайк, репост, шутки шутками. Ребят, но мне реально очень нужна ваша помощь в распространении этого контента. Очень не хочется идти на компромиссы в плане содержания моих видео для того, чтобы они расходились быстрее. А вкладывание бабок в рекламу в Фейсбуке и ВКонтакте, ну, пока что выхлоп с этого дела какой-то вообще идиотски маленький. Так что, если вы знаете какие-то площадки или сайты, или форумы, или сообщества, где могут обитать потенциальные нескучные саундята, то, ребят, помогите Сашке, а? На этом все, до скорых встреч, любите музыку, пока!